Сейчас мне гусеницу. Но даже не ваншотает! Ёб твою мать! Какое говно! Да, он опять не убило! 17 килограмм тротила говна! Тупорылые союзники, это... Его не ваншотнул опять! Аааа, 17 кило тротила! Летит сухарик, никто по нему не стреляет, зениток у нас никаких нет. А я попал. Ну вот опять мне приходится самому бороться с авиацией. Кстати, мы походу победили Су-25, просто что-то летит он как-то нехорошо. Опять сходу, кстати, попал. Да? Упал Су-25БМ. Вот это я меткий, конечно, нафиг. Кстати, еще отличная идея делать по одному респауну. Это очень классная идея. Очень топовая такая, знаете, на уровне лучших. Пацаны, у нас гвоздика танканула попадание прямой СМ-109. Оно такое у них получилось. Советы, говорит, не танкуют, да? Вообще, снова советы не танканули. Об этом написал еще. Попадание. А, все-таки сломал казенник. Ладно. Так, не пробил меня, отлично. Казенник сломал. А как ты 90М выстрелил с выбитого казенника? Кто-нибудь не может объяснить? Нет. Что? Первого ИСа в борт не пробил. Попадание. Попадание в ствол ПТУРом. Ствол цел. Мозг не задет. У тебя что, даже фугасного воздействия по тебе не было? О! Попадание в оцелота? Попадание в оцелота зениткой, у которой 7 килограмм тротил с этой в ракете. Ему пофиг. Найс. Зенитка, что ли? Минус 3! За 2 секунды просто. Хорош! Самолет летит. Зеничек, спасибо за донат большое еще раз. И за компенсацию комиссии. То давай болта на следующий стримчик. На. Что там за говно шведское? А, все, забрали. Так, ну мы Мауса можем в башню пробить в... В щек, точнее. Охереть, пробили Мауса в щеку, ёб твою мать! Но я твердал! На нах. Фатальные повреждения. Думал, он сразу развалится. Нет. Бесконечные, не только попадания. Первый выстрел говно, второй говно. Что это за говно было сейчас? Внимание на карту. Урон нет вообще. Хе-хей! Первый самолет с Намера сбитый. А где он? Это свой. Спайк только что не пробил НЛД Абрамса. Спайк. Понятно.
А как он танкование БВ-155? С двух бофорсов. Нормально он прожил, да? Естественно. Что, придется, наверное, перекатывать, да? 775. Как вам попадание тандемного ПТУРа по Меркаве? Тандем с БМД-4. По-моему, очень классный получился. Очень непонятно. Попадание. ФБТ. Да, с ПТУРами 775-го проблема. Воу. А я нажал сброс. Бомба только с третьего раза вылетела. На нах. А нет, рота у меня живая осталась. Вот вам уникальный вид на взрыв. Домов нет, да, ничего не осталось. Пустота и красота. Грибочек. Маленький грибочек. Механик-водитель. Не сработали. Что? У меня выстрела не было. А ты задонатил сотку гей? Нет. Ты меня не видел, лол. Откуда он стреляет? Попадание! Офигенное вообще. Выбило бы ствол. А он выстрелил с него, с красного. Все нормально. На нах. Попадание есть. Только ему пофигу. С попаданием улетел. Обидно, блин. Че за бред? Вторым по пробиваемости ломом. Просто похуй. Что? 650 пробоя, я не пробил его. Ай! Ой, я пережил какое-то попадание, не фупьяное. Что происходит? Неплохо, мы, кстати, на КВТ-хи-то раздали. Ну, не считая вот этого прекраснейшего попадания, которое вы сейчас видели у себя на экране, очень реалистичного, между прочим. Реализм просто зашкаливающий. В идеале во мне прям поздно не возвращаться домой. Надо пораньше, чтобы выспаться. А я... Я не пробил Видар. С Т-44 100. Дублерка Видарная приехала. Или М106 даже. Я опять его не пробил! Что за хрень? Are you fucking kidding?